Осенью 2007-го ульяновские болельщики сходят с ума от радости. Впервые в истории «Волга» добилась права выступать в первом дивизионе профессиональной футбольной лиги. Добилась скорее не благодаря, а вопреки условиям и обстоятельствам. Матчи того сезона, как, впрочем, и многие другие, станут легендарными играми команды. А ее главный тренер Сергей Седышев, собравший и сплотивший в середине 90-х коллектив из игроков, игравших прежде только в чемпионате области, настоящей легендой ульяновского футбола. Началось у меня все недалеко отсюда, на стадионе «Торпеда». Это метров 300 от «Авангарда». Спортивный комплекс автозавода. У меня и папа, и мама на автозаводе работали. Вот. И ребята занимались в секции «Торпеда». И я пришел туда, и очень удачно я попал, конечно, это к великому тренеру, я считаю, моему первому тренеру, Николаю Петровичу Гунину, заслуженному тренеру России. Ну, просто для «Волги» это значимая фигура. Вот этот тренер меня был первым тренером. Там я играл за юноши, мы стали чемпионами города по футболу. В годы моего детства, едва сойдет снег, мы буквально пропадали в футбольных коробках, на ближайших спортплощадках и стадионах. Ну, если, конечно, сторож не видит. Хотя зелеными полями это, конечно, назвать было трудно. Гоняли мяч в пыли на утоптанной земле, мокрые, от пота и чумазые, но все-таки это было чудо, точнее, футбол. Вот и футбол Седышева, как и у большинства его сверстников, начинался во дворах и на спортплощадках, которые в ту пору были буквально в каждом микрорайоне. Впрочем, почему только футбол? И баскетбол, и хоккей, конечно. Уже в школе начинается его первый тренерский опыт. Он тренирует ребятишек чуть помладше, да и своих ровесников тоже. Я в школе тренировал свой класс по баскетболу. Я тогда занимался секцией баскетбола, классный руководитель был Николай Михайлович Прокофьев. Это мой педагог, который, я думаю, сделал много для того, чтобы я полюбил спорт. И он тренировал школьную баскетбольную команду, я занимался у него в этой команде, играл за сборную школы по баскетболу. Мне очень нравился баскетбол. Из спортивного зала его выгнать было абсолютно невозможно. Он приходил, обязательно в зимней шапке, садился и от начала до конца смотрел все. Уже с 8 класса я знаю, что он начал потихонечку малышей сам тренировать, хотя не очень это разрешалось. Ну а в 10 классе уже сам успешно играл в баскетбол. Мы выигрывали к этому времени первенство района и города. Так вот у него эта настроенность на спорт произошла. Вообще он по натуре всегда еще в молодости был победитель, как его один друг сказал, он по натуре победитель, он не любит проигрывать. То есть если он что-то начал, то он должен победить, должно за ним остаться. Я тогда не помышлял о футболе. Ну, как все мальчишки во дворе бегал, а занимался баскетболом. У меня сестра старшая, Тамара,
занималась баскетболом Лукичева, тоже на автозаводе такой был очень известный тренер. Известный. И я как-то баскетболом больше увлекался. Больше к старшим классам я уже начал как-то больше обращать внимание на футбол. Вот. И сам начал играть в футбол уже вот в Торпедо. Добился каких-то результатов на уровне города, значит, участвовал. Николай Петрович был старшим тренером Ульяновской области по футболу. По нашему году 63-64 мы ездили на соревнования на зону Поволжья. То есть я участвовал за сборную Ульяновской области, мы играли. Вот так получилось. А когда ушел в армию в 1983 году, я ушел в армию, уже когда приходил из армии, я уже вернулся, пришел на «Авангард». То есть вот именно на «Авангарде» моя спортивная жизнь началась с 1985 года. В карьере Седышева будут и многотысячные стадионы, и тысячи болельщиков, и, конечно, медали. Но все-таки настоящий большой футбол начинался для Сергея Викторовича здесь, на стадионе «Авангард», который на стыке 60-х, 70-х, в общем-то, и стадионом, наверное, не назовешь. Скорее, просто спортивная площадка при заводском спорткомплексе. Застали мы, конечно, тут немножко еще это было плачевно. Это было школьное поле 52-й средней школы. Вот, потом оно уже перешло на механический завод. Здесь попал в аварию тренер Юрий Александрович Орлов. И нужно было, значит, кому-то тренировать взрослых и юношей. И вот они сделали ставку на меня. И с 85 года после армии, это где-то была весна. Вот я здесь с 1985 года, где-то с мая месяца, я на «Авангарде» и вот по сей день. Со ставкой руководителей завода и спортивного общества не ошиблись. Под руководством Седышева заводская дружина 10 раз возьмет кубок и суперкубок области и почти столько же раз станет чемпионами региона. Не считай других трофеев и призовых мест. Пока только в любительском футболе. Есть одна черта вашей команды, которая отличается от всех команд. Это искринка такой, можно сказать, жесткости. Команда с искрой, с желанием, знает себе цену каждый игрок. И в целом сплоченность в достижении главной задачи – это выиграть. Было много игр, много-немного, но были игры, когда «Авангард» был на грани поражения о какого-то определенного матча. Другая бы команда сникла, села, изругалась бы, но нет, до конца то, что нужно. Видно, тренер правильно настраивает команду. От первой до последней минуты надо играть до конца. Я старался все время подбирать игроков, которые фанатично преданы футболу, для которых футбол – это жизнь. Вот играют они, вот они знают, что если проиграют, это будет тяжело. То есть вот я не люблю, когда команда проиграла, и после игры едет, кто-то смеется, кто-то улыбается. Мы же все-таки за эти годы и проиграли, не только выигрывали. И мне больше всего приятно, когда вот мы проиграли, едем в автобусе, и гробовая тишина. Люди переживают, люди волнуются, они сами себе задают вопрос, где-то я не доработал, что-то не сделал. А вот когда после поражения в команде смех, лично меня это как-то настораживает. Значит, им все равно, как «Авангард» сыграл. Ставки растут. Впереди работа с командой мастеров, которую еще только предстояло создать. К середине 90-х большого, то есть профессионального футбола в Ульяновске нет. Впрочем, нет почти ничего. Ни денег, ни формы, ни нормальных полей, ни интереса функционеров. И Седышев в этом вскоре убедится. Как вообще пришла идея возрождения Ульяновской «Волги», потому что болельщики с опытом еще помнят «Волгу», в которой «Монах» выступал тогда, которая тоже в класса выходила. И вас как пригласили возглавить эту команду? Ну, к тому времени «Авангард», который я возглавлял, стал уже двукратным чемпионом области. И получилось так, что Александр Петрович Королев уехал в Саранск.
в принципе, надежды были все на Александра Петровича. С ним связывалось возрождение Ульяновской «Волги». Мы здесь каждый день на «Авангарде» разрабатывали планы по созданию Ульяновской «Волги» у меня в кабинете. Вот. И планировал, что будет Александр Петрович Королев. Но это все настолько долго длилось. Будет команда, не будет команда, будет команда, не будет команда, что Александр Петрович не дождался и уехал в Саранск тренироваться. Его там пригласили. Вот. И потому что не было до конца понятно, в 95-м мы стартуем или нет. И когда он уже устроился в светотехнике, провел с ними сборы, за два дня до старта чемпионата в 95-м году все-таки механический завод наконец-то дает добро, что команда будет. У нас ни игроков, ни формы, ни инвентаря, ничего нет, ни денег нет. Да. И мы начинали, можно сказать, на авось. Первые поездки в Иксы мы собрали чисто ульянских футболистов, сами понимаете, мы никого бы не успели иногородних пригласить, нам только два дня сказали, что будет команда. На первый матч в третьей лиге российского профессионального футбола ульяновская команда отправляется без суточных, со своими термосами и бутербродами и даже без футбольных мячей. На стареньком Икарусе, на котором заводчане прежде ездили, ну, разве что по грибы. Теперь на нем предстоит ездить за победами, наградами и путевками в более высокий класс. Если, конечно, не сломается. Мы сели в заводской автобус, покойный Володя Мерзеев нас повез. У нас вместо футбольных мячей были два волейбольных, и то спускали. Мы приехали ночью в Иксу. Нам насос-то был, да, или не был? Насос был, автобус, да. Мы приехали на поле, кое-как нашли форму. Вот, где-то тут ее поскреб, у себя на «Авангарде» я наскреб. И мы приехали туда ночью посмотреть, хоть на каком поле будем играть. Поле было не очень высокого качества, но я думаю, что в тот момент это сильно не повлияло. Мы очень хорошо играли в той игре. Для первой игры, конечно, сыгранности никакой не было. Все ульяновские футболисты одни из лучших. Горели желанием принести в первой же игре очки. Но мы проиграли 1-0, как сейчас помню. О, даже арбитр помню этой игры, который, в принципе, достойно судил это. Из Хрустального Лев Антонов судил эту первую игру моей биографии профессиональной. Мы 1-0 проиграли. Вот. Хотя в этой игре у нас были шансы увести очки. Вот во второй игре, когда мы проиграли 3-1 уже в Дзержинске, там без вариантов, там команда Дзержинска была на голову сильнее. Но первый исторический мяч забил Виталий Ильин, который в первый год моей тренерской работы мне очень сильно помог. Он сейчас, его уже с нами нет, к сожалению. Мы на «Авангарде» каждый год проводим 30 декабря, в день его смерти, турнир памяти его. Но в первый год он мне очень сильно помог и как игрок, и как, можно сказать, старший товарищ, который... Я же был не старше тех игроков, которые тренировал, а даже некоторые были старше меня, поэтому сложности были, но Виталий Ильин был всегда вот тоже молодец рядом со мной. В первом сезоне возрожденная «Волга» занимает 8-е место. В тех обстоятельствах, в общем-то, совсем неплохо для новичка. Правда, зрителей на трибунах родного труда, главного стадиона губернии, почти нет. Они пойдут уже через год, когда команда пробьется в класс выше и начнет гонку за билетами в первый дивизион. Какой климат в команде той поры был? Денег не было, но в связи с этим все ульяновцы, и климат, наверное, хороший был. Климат был просто великолепный. Вы правильно заметили, мы заняли 8-е место, это из 16, это была середина турнира таблицы. Это были все местные ребята, вот, на первой игре особенно там. И все друг друга знали, очень дружно жили, конечно, очень дружно жили. Показательный пример, вот я сейчас даже не... Вы знаете, в этом году у нас тут и иностранцы, и бразильцы, там, и негры участвуют, уже в первой лиге там участвовали. Это хорошо, для прогресса футбола это нужно, вопросов нет. Но представляете, вот, можно представить, что кто-то из этой вот, там, игроков, который приезжает такого качества, начали помогать водителю автобуса. Мы были под Богульмой, у нас сломался наш автобус, и Саша Куренков, капитан команды, залез под автобус,
вместе с водителем там ремонтировал автобус, вылез оттуда, надо на завтра играть, весь в мазуте в этом. Это я просто трудно представить, чтобы кто-то сегодня в современном футболе начал там вот так вот заниматься такой грязной работой, можно сказать. А у нас это было в порядке вещей, настолько дружный коллектив был, никто не роптал. Питания никакого не было, все кушали по домам, режима никакого не было, все были по домам. А вы ездили, как бутерброды, что ли, с собой брали? Ну, практически да, практически мы брали с собой бутерброды, потому что было тяжело. И где-то, потому что команда еще практически не причалила ни к одному берегу. Со временем, да, мы уже знали, что на заводе нас ждали, немножко стали уже в столовую ходить, а так первое время было очень тяжело. Пригласить 11 сильных игроков, это не значит еще создать команду сильных игроков. Да. Поэтому мы, конечно, имели возможность и больше игроков пригласить из прошлогоднего состава «Волги», которые сейчас оказались не у дел по ряду причин. Но мы пригласили именно на позиции тех людей, которые действительно подходят нам и по своим человеческим качествам. А за полем жизни быт команды как проходили? Мне просто вот, допустим, Евгений Агуреев рассказывал, когда я, говорит, «Динамо Алма-Ата» попал, там команда «Монолиты» на поле и за полем, все семьями. Ну, я-то думаю, с другой стороны, а это ведь и утомляет, когда и на поле, и в раздевалке, а потом еще и семьями. А как вот с футбольной ульяновской «Волгой» было? Ну, если брать 95-й год, то это сложно сказать в первом сезоне, потому что как такового, о чем вы говорите, практически не было, потому что сразу по домам, и только где-то уже на тренировку на центральном стадионе приходили. Поле там тоже было в то время не очень хорошего качества. И практически не получалось, если только мы уезжали в «Волжские зори», наши знаменитые от механического завода, только там где-то мы с семьями и женами, где-то вот у нас получалось так. Потому что в дальнейшем, когда у нас уже сформировалась полностью команда, и я года вспоминаю, что я считаю, как это просто не только у нас должно быть. Мы постоянно с женами, с детьми выезжали. У нас прекрасная «Волга», и на теплоходе были, и на автобусах на пионерский лагерь имени Облукова ездили, и в «Волжские зори» ездили. То есть всегда были вместе, и в рестораны ходили, если там какое-то мероприятие крупное вместе с семьями. То есть мы старались, чтобы футбольная команда была общая семья. Это было вот... Все эти годы, потом, которые я уже стал работать, это было, возможности поэтому для этого появились, конечно, у нас уже и администраторы там все так более-менее все это помогали, и нас уже в городе узнавали, приглашали везде во всякие дом отдыха или где-то там, чтобы мы отдыхали. То есть я считаю, что вот это вот, особенно это было после напряженной игры, на следующий день у нас это было принято, что уже все знали, что выходной день после игры мы куда-то поедем, мы уже только думали куда. Вот. Ну, у нас еще была традиция между первым и вторым кругом. Мы всегда ходили в церковь. У нас отец Николай, это мы ездили вот на Верхнюю Полевую. И мы всегда там были вот с отцом Николаем. У нас всегда всю команду встречал. Свято-Неполинский храм. Вот, эта икона тоже одна из моих таких любимых, которых я сам тоже в эту церковь очень часто хожу. В этой церкви венчались у меня и отец, и мама тоже. Я тоже очень люблю эту церковь. Отец Николай нас всю команду всегда, каждый год. И до чемпионата, и в перерыве всегда встречает полностью команду и всегда был с нами. То есть за что им большое тоже огромное спасибо. У нас очень много фотографий с ним есть. Поэтому вот такие тоже у нас мероприятия были. То есть мы считали, что не должно быть, чтобы футболист закончил тренировку и ушел, и все с концами. Он должен был постоянно быть под заботой всего коллектива. Вы администраторов упомянули, я в связи с этим вспомнил. Да вот Анатолий Григорьевич Рушкин здесь, он тоже не даст соврать. Это за рубежом есть администратор, специальные люди, которые занимаются там бытом, всеми вопросами, все в контракте прописано. У нас же тренер, он и женец, и на дуде игрец, подходит и с детским садом там, и по жилью, и по машине там, еще почему-то, со всеми вопросами. У вас так было? Решать приходилось? За полем? Я думаю, что это не только у меня такое было. Я думаю, что это правильно. России. Вы правильно подметили, что у нас в России нет такого, что как в профессионалах, там, я так за границей приехал, из машины вышел, ему все фишки поставили, уже знает план его тренировки, все расставили, он эти полтора часа провел, потом, сел опять в машину и уехал.
Такого у нас, конечно, никогда не было. И вот о чем вы говорите, все, конечно, приходилось сделать главному тренеру, все вопросы решать и по сборам, по звонкам, и все ложилось на это. Я на плечи главного тренера. Сергей Викторович обладает очень такими положительными качествами. Объединять людей. Да вообще душа человека, поддержка. Я знаю, за время работы с ним, если какой-то коллега что-нибудь случится где-то в пределах Ульяновской области, он все сделает и выручит его. Таких людей, это некрасивые слова, рождаются единицы, единицы. Вот он один из них. Поэтому мне очень повезло, что я встретился с ним, работаю и получаем удовольствие от работы, от жизни. Я считаю, что в данный момент мне очень повезло, что я встретил такого товарища. Анатолий Григорьевич, хоккей с футболом, хоккей с мячом, я имею в виду, ну, очень близкие виды спорта, тактика, по-моему, одна и та же, правила даже похожи. Вы, как два тренера, как-то обменивались иногда какими-то советами, может, или тренерское дело такое, что никто туда лезть не должен? Да, это очень интересно, вы правильно заметили, что хоккей с мячом одно и то же практически. Все тактические... И все остальные, все вещи связаны и с хоккеем, с мячом, и с футболом. Поэтому Сергей с 95-го года, он постоянно, пока я работал, он всегда был со мной на стадионе на игры. Он всегда слушал, что я ребятам своим говорил, что, значит, мои помощники говорили. Он всегда это впитывал в себя. Я думаю, что он многое принял. И вот с тех пор он и не зря иногда говорит, что Григорьевич мой учитель тоже. Я к Сергею очень на все практически игры ходил. Ну, я думаю, что я уже повзрослее был, думаю, некоторые вещи, и не нужно мне было ему подсказывать, он уже многому научился. Вы знаете, он, занимаясь баскетболом, а потом многое время, он обучался, ездил в Москву, и вот он видел, как другие тренеры работают. Не зря его зовут вторым Газаевым. Ну, Газаев, это, так сказать, тренер великий, ну, я все-таки спартаковец, да. Валерий Георгиевич, да, по внешнему, да. Мне всегда нравилось, я ездил молодым тренером, ездил в Москву и смотрел тренировки Константина Ивановича Бескова. Ездил специально на его тренировки в Москве. Вот мне нравился его стиль работы, его вот эти тренировки очень хорошие. И вот его стиль всегда работы нравился, Константин. И вот его направленность, вот эта его игра нравилась, которую я пересматривал потом по видеокассетам еще по тем старым. Поэтому, а по отношению с Газаевым, ну что, похож, но, может быть, такой же эмоциональный. В конце 90-х «Волга» начинает целенаправленную охоту на путевки в первый футбольный дивизион. Трибуны центрального стадиона полнятся. На ключевые матчи за билетами приходится стоять у касс. Много было матчей, очень. Понимаете, если где-то в карьере порядка 600 матчей, ну, 300 точно было здесь, поэтому это и поражения, и победы. Ну, побед, понятно, что было больше, потому что в 2000 году мы вообще занимали только, если не первый, то второй точно, если не второй, то третий точно, поэтому побед на этом стадионе было очень много, и болельщики вспоминают с радостью те годы, когда «Волга» играла здесь и радовала своей игрой болельщиков. Говорили, я правда не знаю, писали, не взвешивал сам, что вот Лобановский за игру там 6-7-8 килограммов теряет. Тренер теряет за игру килограммы, ну энергию-то, наверное, понятно. Ну, насчет 6-7 я не знаю, но точно 2-3 это точно. Да, конечно, это стресс большой, профессиональный футбол особенный. Занимаясь с «Авангардом», это был тоже стресс, но такой, тем выше уровень.
Но первенство области – это первенство области. А когда уже стал работать в профессиональном футболе, рамки стали выше, ответственность стала выше. Я думаю, что те тренера, которые тренируют национальную сборную, у них ответственность еще выше. И думаю, зашкаливает тоже, Андрей Арин тоже, наверное, зашкаливает еще выше. Поэтому это же ответственность. Приходят зрители, вот смотрят, сегодня их пришло, ну, поменьше, чем, там, например, с «Зенита». Но они пришли, гонят свою команду, вот видите. И сейчас мы с вами смотрим, как они гонят вперед. Поэтому ответственность перед болельщиками. Ты же не хочешь уйти из стадиона, чтобы они были недовольны. Ты хочешь, чтобы они ушли на работу завтра там или куда-то, фирму свою, с хорошим настроением, всем рассказывать, как здорово вчера сыграл «Волга». А поражение, есть поражение, конечно, люди уходят недовольны, что родная команда проиграла. Этот костюм у меня после этой игры стал очень-очень велик, потому что я потерял тоже не один килограмм, чувствуется сегодня. За полем раздевалка, прочее, что не видят зрители, болельщики, какие там такие острые, серьезные вопросы решаются, ну, что важного? Первое, работа в команде. Первое, наверное, они не видят, как тяжело самим футболистам, особенно те, которые бойцовские качества очень сильные, как они, превозмогая боль, выходят или перед игрой, или после перерыва на уколах. У меня было очень много случаев, когда футболисты во время перерыва просили, то есть я должен был сделать замену. И вроде и доктор говорит, ну, игрок настолько преданной команде и чувствует, что его помощь нужна. Прям просил помощь этого в раздевалке у докторов и делали уколы. Это было, вот это, конечно, героизм футболистов. Он присутствует, то, что зрители никогда не увидят, никогда не увидят. Потому что они думают, что что-то он прихромал, а он хочет еще пользу принести. Этого он никогда не увидит. Он не увидит, конечно, то, что мы делаем на тренировках. Потому что стихийно бывает розыгрыш углового, вроде всем показал, что это залетело просто так, а это было наиграно на тренировках, поэтому он тоже этого не видит. Во время игры он не видит то, что, ну, как игроки настраиваются перед игрой, и когда мы с ними разговариваем, когда мы выходим на поле, остается там минута-две, и мы друг другу говорим последние какие-то штрихи, чтобы с первых секунд они выполняли то, что есть. Вот это, конечно, никогда не увидит. И если игра не складывается, он не увидит, как тренер пытается перевернуть игру. Не всегда это получается, не всегда. Но на то и тренер, чтобы он увидел, что игра не складывается, пытается это все перевернуть. Иногда удается, иногда нет. Вы какие-то свои помните фразы, вот что-то в какой-то игре, вот 2-3 слова, которыми удалось команду заставить? Как-то недавно разговаривая с Маратом Сафиным, это уже третье поколение, если не четвертое, футбольной «Волги», которые тренировались и играли под моим руководством, где-то уже, наверное, третье-четвертое, и как-то Марат вспомнил, иногда я там уже сам стал подзабывать, что было такое, когда мы выходили на одну из игр, игра решала тоже многое, я включил песню с Александром Пахмутовой «Команда молодости наша», и вся команда, обнявшись друг друга по кругу за плечи партнера, мы прослушали всю песню, вышли, и я тоже помню, что ту игру мы выиграли. Вот такие случаи, они до мурашек заводят, то есть... Дорогой Сергей Викторович, спасибо вам за огромное за те годы, которые у нас с вами были вместе. Те минуты счастья, те прекрасные воспоминания, которые у меня благодаря вам есть. Если бы не было меня, на моем месте был бы кто-то другой. На месте Макса Егошина был бы кто-то другой. С Эриком Фасхиевым, Прониным и всеми остальными то же самое. Но если бы в середине 90-х не было бы вас, ничего бы этого не случилось. Если бы не было вас, ничего бы этого не было. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за те воспоминания, которые у меня есть. Это и Чамзинка, это и Нижнекамск, это те аншлаги на домашних играх, которые у нас были. Спасибо вам. У меня есть еще маленькие воспоминания, которые, наверное, есть у каждого из нас. Кто-то другой их не помнит или просто он их и не знает. А я вам напомню один случай, который у нас был. У меня от этих воспоминаний мурашки по коже. Это 2004 год, первый круг. Принимаем прямого конкурента «КамАЗ» в Ульяновске. Середина первого тайма. Принимаем мяч в центре поля. Соперник отбирает с нарушением правил. Судья молчит. Вы апеллируете к судье. Это ваш знаменитый на весь стадион «Алло!». Судья молчит. И в следующую секунду вы кричите мне: «Паша, вставай! Это наша земля!». От этой нашей земли до сих пор мурашки по коже. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой.
поставь мою любимую кассету. Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. У нас была сумасшедшая команда. Мы были три раза в шаге от первой лиги. Последний раз нам не повезло, потому что мы потеряли Сережу Косых. Мы лидировали. Его смерть настолько убила команду, что просто морально у нас он был одним из лидеров, любимцем команды. И ребята не могли собраться на решающий матч в Волгограде. Мы проиграли Олимпии, который по большому счету ничего не нужно было. Ну, там пару слов для «Спорт-экспресс». Да, есть. Вы помните, когда Сергей пришел за полгода? 17 лет, что ли, не говорю? 17 лет. Было дело. Было дело. Ну, прошло. Уже прошло 6 лет. 10? 6. 6 лет, да? Вот это понятно. Сереж, не уезжай. Уж уезжать, уезжай. Все, уеду. Нет, Серег, не уезжай. Представляешь? Вот чисто репортаж про тебя. Вот, да, твоей жизни. Сергею Викторовичу особая благодарность за то, что он верил в команду и верил в нас. Мы его не подвели, я надеюсь. Ну, такие моменты бывают за какого-то товарища, который у нас, к сожалению, не один Сережа так вот трагически. У нас еще был случай, когда мы тоже перед игрой в Ульяновске выходили, все одели свои майки. И она, у меня эта майка до сих пор там сохранена, на ней написано «Помним Рафок». У нас тоже... В автокатастрофе погиб Раф Хайрулов. Мы тогда вышли на игру, тоже на центральном стадионе, как из Косых. 90-е и первые годы века 21-го в плане автокатастроф время какое-то особенно черное, для футбола в частности. В самом начале десятилетия гибнет вратарь ЦСКА Михаил Еремин, позже главный тренер и вратарь Смоленской «Искры». Да мало ли, беда не обошла и Ульяновск. Как уже говорилось, в 2002-м трагически обрывается жизнь Сергея Косых. В следующем году иномарка насмерть сбивает Рафаэля Хайрулова. После аварии на трассе остается прикованным к инвалидному креслу другой экс-игрок «Волги» Дмитрий Белозеров. Уважаемый коуч, поверьте, именно таких людях, как вы, и держится футбол. Так будьте на его просторах дольше и дольше. Пусть всегда рядом сопутствует вам удача, везение и успех. И как в свое время сказал один известный тренер, все думали, что Лев умер, а он решил отдохнуть. Я еще жду вас в футболе. И уже... Мы, находясь на сборах, мы в 2001-2000 мы ни одной игры практически там не проиграли. Понятно, что сборы ни о чем не говорят, но настолько вот уверенно команда себя чувствовала. И настолько мы вот эти годы после 99-го, после бронзы, мы каждый год, у нас все добавлялись такие люди на одну-две позиции. И к 2002-му мы настолько уже созрели, мы уже были практически команда первой лиги, нам еще одну-две позиции усилить, и мы бы легко там играли без проблем уже в 2002 году. Но все это сейчас сослагательно уже играли бы, поэтому... Ну, команда была очень сильная, и мы обыграли Саранск, который на первом месте оба раза, и там, и здесь. Вот это показатель какой-то, то, что мы там 3-0 выиграли на выезде, и здесь обыграли 1-0. Вот. Ну, вот я говорю, тогда подкосил нас поражение вот это... В Волгограде. В первый дивизион «Волга» пробивается только в 2007-м. Хотя, как говорилось, могла и должна бы раньше, если б не досадные обстоятельства. Но и в золотом для волжан сезоне до последних туров все висело на волоске.
В предпоследнем матче необходимо было во что бы то ни стало обыгрывать главных конкурентов, футболистов Нижнего Новгорода. И «Волга» сделает это, но победу на последних минутах у нее едва не украли. Ну, курьезный случай. Его можно назвать и курьезным, например. И он же счастливый. Например, 2007 год. Вы представляете, этот момент вы, может, и покажете в своей передаче. Мяч мы разыгрываем угловой, мяч залетает с углового, мы забиваем мяч. Весь Ульяновск радуется, весь стадион полный, все вскочили. Велась радиотрансляция, там мне рассказывают люди, которые не смогли попасть на матч, там уже все обнимаются в своих автомобилях. А судья отменяет гол. Все, представляете, решающий матч нас устраивает только победа, мы выходим в первую лигу. Что происходит? Судья повторяет угловой, и вот так же подает Сергей Евин, и уже Гунько забивает мяч такого же углового. Представляете, это очень крайне редко бывает. Крайне редко, чтобы с двух угловых забили два гола, один из них не засчитали. И из большого разочарования момент произошел сразу большое счастье. Это бывает очень редко. В наших соревнованиях побеждает тот, кто лучше играет в футбол. В этом плане успех футбольного клуба «Волга-Ульяновск» вполне закономерен. Подбор игроков, подбор персонала, тренерских кадров в этом клубе поставлен на очень высоком уровне. Не могли сегодня не выиграть. Мы дождались этого момента. Мы ждали его очень долго-долго. Ульяновск из первой лиги – это самое главное. Всех ребят с победой! И спасибо большое болельщикам! Вот, посмотрите, вот это настоящий футбол. Ради них мы играем, ради вот этого ажиотажа. Сразу после матча небо над полем центрального стадиона рассвечивает салют в честь любимой команды. Правда, эйфория продлится недолго. Уже в середине нового сезона команду срежут на пике ее спортивных достижений. В 2008 году, когда вышли в первую лигу, мы бы без всяких вопросов остались. Без всяких. После первого круга команда шла на восьмом месте. На восьмом месте. Было там 24, по-моему, команды было. Играли через день. Получилось так, что после первого круга нам сказали, что деньги, на которые мы рассчитывали, в этом году не получается с этим делом. Просто был конкретно. Ну, мне нравится, что это было сказано честно. Мы, конечно, пытались там до конца сезона, и я особенно пытался. Надо мной некоторые даже там подшутили, потому что вроде все рукой махнули, а ты все стараешься. Я до последнего верил и хотел, чтобы мы остались в первой лиге. Для этого были шансы. Маленькие, но были. Но получилось так, как получилось, и мы покинули первую лигу только по финансовым причинам. Если вы помните, этот год тяжелый, он и для области был. И просто команде объявили, что после первого круга могут искать любой другой клуб, и мы их бесплатно отпустим. Вот сейчас никто же никого бесплатно не отпустит. Любой клуб, если игрок кому принадлежит, например, «Волге», он должен заплатить за этого игрока деньги. Тогда было сказано, что мы не будем препятствовать, и ищите другую команду. Это было в жизни, это было реально. Мне как тренеру это было обидно, потому что мы столько затратили сил, чтобы участвовать там, и нам сказали вот такая ситуация. Несмотря ни на что, Седышев продолжает борьбу. И за высокие места, и за красивую игру, и за возвращение в первый дивизион. Спустя 5 лет он снова подводит команду к решающим матчам, к шагу от заветного результата. 2013 год. Мы здесь играем, опережаем. Тогда чемпионат шел 1,5 круга. Мы играли 3 игры с Тюменью, 2 выиграли. И обе в Тюмени, а 3-я игра была в Ульяновске. Ну, нам нужно было даже достаточно ничьей, и мы выходили в первый дивизион еще в 2013 году, уже второй раз вышли бы. Но матч закончился нашим поражением, у меня было разочарование. По этой игре еще тоже до сих пор очень много вопросов по той игре. Поэтому тоже один из тех дней, когда очень сильно я переживал. И мы
в случае даже ничейного результата, это был предпоследний тур, мы выходили в первый дивизион вторично, это был 13-й год, но не вышли. Здесь, ну, вещи такие, которые никакие не доказаны, и что, поэтому говорить о них что-то сложно. А насчет раздевалки нет, я был в этом плане счастливым тренером, и в раздевалке мы всегда находили общий язык с футболистами, всегда, то есть не было такого, вот именно конфликт в команде поиграл на... И он повлиял на игру, не помню. Все-таки удавалось сглаживать тяжелые углы, которых в футболе всегда было очень много. Всегда. Мы их как-то сглаживали. Но моменты, знаете, в Ульяновске одни и те же моменты, что в футболе, что в хоккее с мячом, всегда не хватало финансирования. Всегда. Это было и до меня, и рассказывают мне ветераны. Всегда, когда они приезжали и обыгрывали другие команды, соперники тогда уже, 50-е, 60-е годы, удивлялись, так сказать, нашей зарплате, там, нашим... стадионом тогда не совсем, может быть, всегда были хорошие. То есть многому чего удивлялись. Но, тем не менее, Волгу всегда уважали в те времена. И сейчас, я думаю, тоже уважают. Я вас переквалифицирую, дармоеды. 02, 03. Сколько можно? Вот из команды в ансамбль. Достанут спортсмены танцорами. Я вот вспоминаю некоторые фильмы советские еще, там вот «Слуга» с Борисовым, где футболисты, проиграв какую-то игру, там секретарь обкома на фортепиано играет, и они пляшут за то, что проиграли. У вас были какие-то требования жесткие, там спонсоров, руководства там области, что вот не выполните еще что-то, там будет какие-то кары? Или тренеры какие-то из других городов рассказывали, как там требуют и какие-то вот такие наказания выдвигают? Или это чисто киношный эпизод? Или все-таки что-то такое бывает в футболе? Я думаю, что бывает в футболе, это не киношно. Я думаю, бывает, но я счастливый человек, у меня такого не было. Может быть, потому что коэффициент побед гораздо больше, чем коэффициент поражений. Я так проверял статистику. Все-таки за 600 матчей, там без 2-3 игр за Волгу, большое количество побед. Поэтому я считаю, что мы просто не давали повода такого. Даже когда у нас был какой-то неудачный результат, все знали почему. Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Вы знаете, когда у нас было время, мы на сборы не могли ездить с Волгой, буквально лет 5 назад было. Мы в день игры ездили в Казань на турнир и ночью возвращались. Опять в 6 утра вставали и ночью возвращались. У нас даже было денег не хватало на проживание в гостинице, на питание. Но, тем не менее, даже в этих условиях мы в этих турнирах были всегда в призерах, и все удивлялись просто и не верили, и думают, что мы просто это делали из-за какой-то экономии. Какая экономия, когда просто не было денег? Были такие периоды, поэтому нас еще ругать. Я вам скажу, что в Ульяновской области до последнего времени никогда не было такого, что мы могли пригласить как какие-то тренера состав тот, который вот нужен главному тренеру вот так. Все узнавали наши условия и просто сказали, да, спасибо за приглашение, но мы как-нибудь поедем и найдем более лучшие условия. Это было правда, это было всегда практически в Ульяновске, что мы не могли пригласить игроков какого-то экстра-класса. Это было просто реально так. Мы приглашали футболистов, которых мало кто знал, а потом за ними гонял СО по Волжье. Вот приблизительно так. У нас там был и Саша Ершов, хороший игрок. Там это, у нас там, если перебирать, там у нас был Володя Продин, который, несмотря на то, что его приглашали в Ульяновске, оставался, потому что здесь его весь город любил. Это как национальный герой. 10 лет отыграть за Волгу, стать лучшим бомбардиром. Я на сегодняшний день до сих пор не вижу футболиста сильнее Пронина. Просто не вижу, потому что он мог сыграть и в средней линии, и в линии атаки, и крайнего защитника. То есть такую функцию выполнял очень много. При всех трудностях, которые целый год, и все-таки, видимо, правильно президент сказал, что деньги не главное. Ну, хотя... спорный вопрос. Но все равно, самое интересное, что при всем при этом никто ничего не бросил, ни играть, ни разбежались. Ну,
Хотя и были исключения, не без этого. Мы приглашали здесь футболистов, которые после нас в высшую лигу выходили. Прокофьев, который был нападающий, он был никому не нужен, после нашей высшей лиги в Амкаре его забрали. Киржаков у нас, вы знаете, вот, это же пришли, он вообще его не знали, но знали, что это брат Киржакова. Первый опыт дали мы ему мы в первой лиге в Волге, потому что другого мы не могли брать. Ему он приехал из аренды, из Питера. Где? Там не берут, тут не берут, а ему парню нужно играть. Он пришел, и мне очень понравился его характер, потому что он играл вот не то, что... Никогда не спрашивал, какая зарплата, какие премии. Он говорит, я буду играть высший уровень. И добился своего. Сергей Викторович, вы внесли огромный вклад в становление ульянского футбола. Но мало кто знает, что свои первые шаги во взрослом футболе я сделал именно под вашим руководством. Ведь именно вы в 2008 году пригласили меня, молодого парня, к себе в команду, в Ульяновскую Волгу. И сейчас я получил вызов в сборную, неоднократно выиграл чемпионат России. Но эти первые шаги под вашим руководством дали такой своеобразный толчок для развития моей карьеры. Не знаю, как повернулось бы все в моей жизни футбольной, если бы вы не пригласили меня тогда, в далеком уже 2008 году. Я хотел бы вам выразить благодарность и уважение за то, что вы не побоялись и тогда еще не обстрелянного молодого парня взяли к себе под свое руководство. Спасибо вам большое. В футболе, да, наверное, вообще в любом виде спорта удар приходится держать не только игрокам, но и тренерам. Тренерам, наверное, даже чаще. И чем выше результаты и весомые успехи, тем больнее и сильнее бьет судьба. Приходилось такие удары держать и Седышеву, и не однажды. Если вы спросите меня просто конкретно, предавали ли вас люди, я скажу, предавали. Предавали, это самое противное в жизни. Вы рассказывали в интервью о том, почему ушли с поста главного тренера «Волги», как это было, но все-таки, наверное, зрителям нужно напомнить, что случилось, почему? Не, ну, во-первых, всегда решение принимает руководство. У меня, во-первых, закончился контракт, это во-первых. Во-вторых, придраться чисто технически это были моменты, мы заняли четвертое место, а задача ставилась на сезон третий. Но вы сами понимаете, когда в последнем туре все решается, мы там играли в Сызрани, и если бы мы эту игру выиграли, мы 1-0 вели и 2-1 проиграли, то заняли бы тоже третье место. Но все предпосылки, я уже это видел, что все предпосылки шли к тому, что в клубе ищут замену. Вот поэтому... Это очень ведь неприятно. Да, это очень неприятно, видишь. Да. И то, что мы сейчас об этом только выше сказали, конечно, я знал люди, которые это все делают, знал люди, которые согласились с этим. Поэтому Бог им судья. Я сейчас по прошедшее время скажу, что... Вот сейчас сам скажу, то есть, до сих пор, конечно, наверное, все было бы нормально, до сих пор работал. Но скажу, вот, время уже прошло, не один год прошел. Вот, я считаю, что... В Ульяновске, я уже для ульяновского футбола, как главный тренер, считаю, постарался сделать много, чтобы он здесь развивался, чтобы он был, чтобы он, на него ходили люди. Удалось много что сделать за эти годы, поэтому я думаю, что, может быть, уже пришел момент, когда нужно помочь советом или своим словом каким-то. Самому Седышеву, пока он был у руля «Волги», неоднократно приходили предложения из других клубов, из второй и первой лиги, где условия получше, а тренерская жизнь послаще. В том плане, ты нам только скажи, чего или кого надо, и все решим. Но он так уж решил из родного Ульяновска не уезжать. Остался верен и городу, и родному «Авангарду». В общем, как в пословице, где родился, там и сгодился. Ну, живу чем живу. Вот, любимый «Авангард», видите, это поле, которое удалось сделать. Очень давно мечтал, чтобы на «Авангарде» было такое футбольное поле вот для этих детишек, что занимаются. Им приятно, одно удовольствие. К этому долгие-долгие годы шли. И вот в 2018 году, 5 лет назад, нам это удалось сделать. Живу вот «Авангардом».
этим стадионом. Здесь тоже коллектив, который всю жизнь меня поддерживал, и когда я работал в «Волге», и здесь. У меня всегда было условие, чтобы работать в «Волге» и здесь, поэтому руководство всегда шло на это, знало, что меня невозможно оторвать от «Авангарда», это мой дом. Первый или второй тут можно поспорить, но это мой родной дом, живу вот этими проблемами, заводчан. Заводские соревнования у нас, наша команда участвует в легкоатлетичку, нашу знаменитую эстафету городскую выигрывают, я уж про районную не говорю. Среди всех предприятий Ульяновска мы занимаем только первое место, это по 10 видам спорта, куда входит и плавание, и легкая атлетика, и настольный теннис, и баскетбол, и волейбол, и шахматы, и мы все механически впереди всех. Это тоже большое дело, потому что завод для меня это большое дело. Это всегда был для меня такой момент серьезный. Без завода я не могу. Молодым что можете пожелать? Тем, кто видит себя в футболе, хочет заниматься. Пахать, работать на тренировках. И все время стараться играть уровни выше. Играешь во второй лиге, нужно стремиться попасть в первый. Попал в первый, должен стремиться играть в высшей лиге. Попал в высшую лигу, нужно стремиться попасть в сборную. Нужно всегда работать, всегда пахать, и чтобы это движение вперед шло у футболиста.